Всем привет, меня зовут Диана, в Инстаграм вы знаете меня как Behead Handmade, а это мой канал на YouTube о вязании крючком и спицами. Мой новый видеоурок о том, как связать корзинку из трикотажной пряжи, круглую корзинку, ровными галочками. Очень часто от вас приходит такой вопрос, как же вязать галочки, чтобы они не косили, чтобы они были ровными. В этом мастер-классе я покажу, как это сделать. Также мы с вами научимся вязать ровное дно по схеме идеального круга. Научимся делать переход одна к стенкам, чтобы место перехода этого было незаметно. И научимся вязать корзинку бесшовным способом. Будем соединять ряды с помощью хвостика. Давайте приступим. Для ее вязания нам понадобится трикотажная пряжа стандартной толщины. Здесь у меня в моточке 50 метров, толщина 7-9 миллиметров. У меня пряжа лицевой нарезки. Посмотрите, у нее лицевая сторона вот здесь. Изнутри изнанка. Бывают пряжи изнаночной нарезки. Они отличаются тем, что лицевая менее эластичная, она меньше тянется. Из нее изделия получаются более упругие, лучше держат форму. Но и изнаночная пряжа тоже мне очень нравится. Я люблю из нее вязать, она более эластичная. Сумки также получаются из нее великолепно. Просто нужно приноровиться. Итак, трикотажная пряжа, крючок 7 или 8 миллиметров. Я рекомендую все-таки из лицевой пряжи вязать крючком 8 мм, из изнаночной крючком 7 мм, так как она более эластичная. Также нужны будут ножницы и игла для трикотажной пряжи. Лучше использовать металлическую для того, чтобы спрятать кончики. Я свой моточек заправлю в моталку. С ней вязать намного проще. Ниточка при вязании не перекручивается. Итак, посмотрите, пожалуйста, на эту схему. Дно корзинки мы будем вязать по ней. Для начала нам нужно оставить длинный конец, примерно, пусть будет метр длины, для того, чтобы соединять ряды. Все ряды на дне и на самой корзинке мы будем соединять бесшовным соединением хвостиком. Я покажу, как это сделать. Для этого мы оставляем с вами вот такой вот длинный хвостик. Теперь нам нужно сделать кольцо амигуруми. Кладем нитку вот таким вот образом на руку, оборачиваем ее и вот так вот крест-накрест кладем на ниточку, которая у нас на руке, да, на наш хвостик. Дальше заводим крючок вот в эту петлю, которая лежит у нас на пальчике, захватываем рабочую нить, вытягиваем через петлю. Получилась у нас вот такая вот петелька. Теперь снова захватываем рабочую нить и протягиваем через эту петлю. И теперь в эту петлю мы должны с вами провязать 5 столбиков без накида. Заводим крючок петлю, захватываем рабочую нить, снова захватываем и провязываем первый столбик без накида. Дальше снова в кольцо захватили рабочую нить, вытянули, снова захватили, провязали второй столбик без накида. Дальше то же самое делаем третий. Вяжем рабочей нитью, да, хвостик у нас лежит здесь свободно, мы его пока не трогаем. Провязали 1, 2, 3 столбика без накида. Дальше провязываем 4 и 5. Если вы посмотрите на схему, вы увидите, что у нас в кольцо амигуруми мы должны с вами провязать 6 столбиков без накида. Но мы провязали с вами 5 столбиков, и шестым столбиком у нас будет служить соединение. Сейчас мы затягиваем с вами колечко, тянем сильно, чтобы посередине не осталось отверстия, но аккуратно, так как трикотажная пряжа у нас все-таки может порваться. Затягиваем колечко, вот так.
И теперь будем делать соединение, соединение хвостиком. Вот эту вот пятую, последнюю петлю мы уже с вами должны были провязать хвостиком. Для удобства я вам пока показала вот так, чтобы вы не запутались. Теперь распускаем последнюю пятую петельку, просто вот эту вот рабочую нить. Надеваем на крючок эти две петли. И теперь уже завершаем этот столбик хвостиком. Захватываем хвостик и протягиваем через эти две петли. Полностью его вытягиваем. Вот так. Теперь нашу первую петлю, вот здесь у нас была петля подъема, вот в эту вот петлю мы заводим крючок с изнанки на лицо, захватываем хвостик, протягиваем его полностью через эту петлю на изнанку. Протянули. И теперь вот в эту вот последнюю петлю с изнанки заходим крючком под перемычку, за петлей, под петлей точнее, и в серединку вот этой вот петли, в серединку косички. Снова захватываем хвостик и вытягиваем его также полностью из этой петельки на изнанку. И вот мы с вами обе вот эти вот ниточки подтягиваем. Получается у нас здесь рабочая нить и хвостик. И смотрим. Вот так вот мы с вами соединили ряд. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. У нас с вами в первом ряду получилось 6 столбиков без накида. Теперь снова хвостик мы оставляем. Вяжем рабочей нитью. Вот у нас рабочая нить. Начинаем с петельки, из которой у нас выходит хвостик. Во втором ряду мы с вами уже должны будем начать делать прибавки. Во втором ряду мы удваиваем каждую петлю. То есть у нас уже должно в конце второго ряда получиться 12 столбиков без накида. Всю корзинку, в том числе и дно, мы будем вязать узором галочки. Для второго ряда все-таки лучше взять крючок потоньше, потому что здесь достаточно сложно попадать вот в эти вот галочки. Итак, сейчас мы с вами находим первую галочку. То есть, смотрите, в чем суть вязания этого узора. Крючок у вас должен попадать. Обычно мы вяжем под основание петли столбики без накида. Да? Вот таким вот образом заводим крючок. При вязании узором галочки мы попадаем, получается, вот между этими основаниями петли, вот сюда, вот как бы в раскол. По-другому этот узор называется в раскол. То есть вот здесь у нас как бы галочка идет, мы попадаем в ее серединку, и с другой стороны у нас крючок выходит точно так же. Вот галочка, он выходит посередине этой галочки и под перемычкой петельки. Вот так. Пластиковые крючки очень красивые, но очень скрипучие. Итак, мы находим с вами первую галочку рядом с нашей рабочей нитью. Вот здесь. Сейчас нам нужно сюда попасть крючком. Вот так. Вот. Видите? Здесь мы попали в галочку и здесь. И сюда провязываем 2 столбика без накида. 1. И сюда же 2. Вот так. Дальше идем сразу же в следующую галочку. И снова провязываем сюда 2 столбика без накида. Дальше, следующую, снова 2 столбика без накида.
И у нас теперь осталась последняя галочка. Последний столбик мы провязываем рабочей нитью, вытягиваем рабочую нить и завершаем уже хвостиком. Берем хвостик, протягиваем его через эти две петельки, полностью его вытягиваем. Теперь заводим крючок с изнанки под первую петельку, захватываем хвостик, выводим его на изнанку, полностью вытягиваем. Теперь здесь в последнюю петельку заходим под перемычку и в серединку петли последней. Снова захватываем хвостик и вытягиваем его на изнанку. Все ниточки подтянем, хвостик и рабочую нить. И можем себя проверить, посчитать петельки. В этом ряду, во втором, у нас с вами должно получиться 12 столбиков без накида. Начнем считать вот с этой вот петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все верно. Я снова поменяю крючок на 8 миллиметров. Здесь уже вязать будет попроще третий ряд. И в третьем ряду мы с вами будем чередовать прибавку с одной одиночной петелькой. В каждом ряду у нас получается по 6 прибавок. Изначально у нас было 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми, поэтому каждый раз в каждом ряду у нас будет по 6 прибавок и прибавляется, получается, каждый ряд по 6 столбиков без накида. Итак, берем рабочую нить и начинаем вязать третий ряд. Начнем вот с этой вот петельки, где у нас тянется хвостик. Заводим крючок в середину галочки. Вот так. Вообще этот узор достаточно плотный, поэтому его иногда сложно вязать. И провязываем сюда, в эту петлю, 2 столбика без накида. Следующую петельку мы провязываем 1 столбик без накида. В следующую галочку снова 2 столбика без накида. Делаем прибавку. Следующую галочку снова 1 столбик без накида. Следующую снова 2 столбика без накида. Дальше 1. И таким образом, чередуя прибавки с одними одиночными столбиками, мы с вами довязываем до конца ряда. Сейчас я вам сразу объясню принцип вязания ровных галочек. Потом еще на стенках, когда будем вязать стенки, я его повторю. Для того, чтобы у вас нитка при вязании из трикотажной пряжи, если мы говорим о вязании из трикотажной пряжи, чтобы у вас нить выходила вот сюда лицевой стороной, на пальчике она должна у вас лежать изнаночной стороной. Когда вы
заводите крючок в галочку. Я уже это говорила, еще раз повторю. Здесь мы заходим в раскол, да, с лицевой стороны. И с изнаночной стороны у нас также крючок выходит в середине галочки, в раскол. Дальше захватываем рабочую нить вот таким вот образом. Вытащили ее. И вот эту вот ниточку не оставляйте вот так вот короткую. Вы ее должны вытащить чуть выше, чем петля у вас на крючке. Вот так вот. То есть вы наклоняете крючок немножечко под углом. Очень часто у вас галочки наклоняются в левую сторону. Как раз это происходит из-за того, что вот вы вытянули петлю чуть-чуть, да, и начинаете ее провязывать. Естественно, у вас все вязание начинает наклоняться вот сюда. Поэтому вы вытягиваете ее чуть-чуть вот выше, чем петля на крючке, наклоняя крючок вот таким образом в правую сторону. То есть вы направляете свои галочки в обратную сторону. Дальше захватываете рабочую нить. Вот таким вот образом. Вот так. И протягиваете через петлю на крючке. Вот эту вот петельку, которую вы вытянули на крючке, ее не нужно вытягивать. Она как раз у вас должна остаться. Вот вы ее вытянули, и в таком положении она у вас должна в таком размере остаться. Теперь, когда еще при первом захвате рабочей нити. Сейчас я вам покажу пример. Мы ее захватываем вот так. Как бы крючок идет сверху рабочей нити. Если вы ее будете захватывать вот таким вот образом, то есть обычно мы захватываем вот так, можно захватывать вот так. Но таким образом у нас галочки будут получаться неровные. У вас будут получаться крестики. Смотрите, я сейчас провяжу. Вот так. И посмотрите, что у нас произошло с галочкой. Видите? Она вся перекрутилась. То есть еще следите вот за этим первым захватом рабочей нити. Потом еще раз, когда мы будем вязать с вами стенки, я еще раз все эти правила повторю, потому что на стенках все-таки нагляднее видно, как галочки либо наклоняются, либо у нас идут ровненько. Так, давайте довяжем этот третий ряд до конца, и здесь снова сделаем с вами соединение. Вот я подошла к концу. Теперь мне осталось провязать одну петельку вот сюда. Я ее вытягиваю, рабочую нить. Дальше беру хвостик и протягиваю через две петли на крючке. Протянула. Завожу крючок в первую петельку провязанную. Снова захватываю хвостик, вывожу его на изнанку. И здесь снова с изнанки захожу уже в последнюю провязанную петельку под перемычку и в середину косички последней петельки. Вот так. Снова захватываю хвостик и вытягиваю его полностью сквозь эту петлю. Все ниточки аккуратно подтягиваю, рабочую нить и хвостик. И снова можно себя проверить и посчитать столбики. В этом ряду, в третьем, у нас должно с вами получиться 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Все верно. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Итак, в четвертом ряду мы с вами между прибавками уже будем делать по 2 столбика без накида. И для того, чтобы у нас с вами получался ровный круг, не было углов на месте прибавок, мы должны
каждый ряд прибавки делать в шахматном порядке. Что это значит? Вот у нас прибавка. В следующем ряду здесь обязательно должны быть над ней одиночные петельки. Там, где у нас одиночная петля, туда мы делаем прибавку. То есть у нас, вот если вы посмотрите еще раз на схему, вы увидите, что прибавки никогда не попадают друг над другом. Именно за счет этого у нас получается ровный идеальный круг. Итак, смотрим. Здесь у меня получается прибавка, поэтому вот в эти две петли я провяжу одиночные столбики. Дальше смотрю, здесь у меня одиночная петелька, сюда провязываю прибавку. Дальше снова прибавка в предыдущем ряду, значит сюда две одиночные петли. Дальше снова одиночная петелька, сюда прибавка. Снова прибавка, значит, две одиночные. И таким образом мы с вами довязываем четвертый ряд, делая между прибавками по 2 одиночные петельки. Вот я начала провязывать последнюю петлю, захватила рабочую нить и заканчиваю вязание последнего столбика уже хвостиком. Протягиваю и делаю все, как я вам показывала до этого. Так, и вот сюда. И ниточки подтягиваем. В этом ряду у нас уже с вами должно будет получиться 24 столбика без накида. И давайте я сейчас провяжу последний, пятый ряд на дне. И объясню сейчас алгоритм, начиная с пятого ряда, какой будет работать. Смотрите, если вы опять же посмотрите на схему, вы увидите, что каждый нечетный ряд у нас начинается с прибавки. А каждый четный ряд мы начинаем с половины одиночных петель между прибавками. То есть сейчас у меня будет пятый ряд, я его начну вязать с прибавки. И как раз она у меня попадет на одиночную петельку из предыдущего ряда. В шестом ряду вы начинаете ряд, если дальше вам нужна корзинка большего размера, в шестом ряду вы будете начинать ряд уже с двух столбиков без накида, так как в шестом ряду у нас между прибавками мы должны будем делать по 4 одиночных столбика без накида и так далее. Схема я специально сделала на большее количество рядов, чем я буду вязать для этой корзинки, для того, чтобы вам было понятно, как вязать корзины большего размера.
И этот алгоритм можно продолжать до бесконечности, до того размера, который вам необходим. Итак, хвостик откладываем снова и начинаем вязать пятый ряд. В пятом ряду между прибавками у нас с вами будет по 3 одиночные петельки. Начинаем пятый ряд с прибавки. Следующую петельки 3, 1, 2, 3 мы провязываем одиночные столбики без накида. Дальше снова прибавка. Провязали и провязываем 3 одиночных столбика без накида. Здесь снова прибавка. Дальше 3 одиночных столбика без накида. И таким образом довязываем этот ряд до конца. И я довязываю пятый ряд до конца. В этом ряду у нас уже получается 30 столбиков без накида. Последняя петля, я захватила рабочую нить, дальше захватываю хвостик и протягиваю через 2 петли на крючке. С изнанки захожу в первую петлю, увожу хвостик на изнанку. Здесь снова с изнанки в последнюю петлю под перемычку и в середину косички. Захватываю хвостик, вывожу его на изнанку. Все ниточки аккуратно подтягиваю. Соединение хвостика мне нравится больше всего. Подходит абсолютно для любого узора. И соединение получается действительно, наверное, самое идеальное. Итак, на этом я остановлюсь для своей корзинки. Если у вас, если вы будете вязать корзину большего диаметра, я рекомендую дно сначала отпарить, чтобы оно у вас выровнялось. Отпарьте его утюгом с паром сквозь какую-либо ткань, потому что трикотажную пряжу не рекомендуют гладить утюгом. У вас ниточка начнет лосниться. Отпариваете, кладете под пресс до полного высыхания, и только после этого уже можно будет продолжать вязание. Итак, начинаем вязать стенки. Хвостик откладываем, берем рабочую нить. И смотрите, если вы хотите, чтобы у вас корзинка была с таким очень плавным подъемом, тогда вы просто продолжаете вязать, как мы с вами сейчас вязали, но уже не делая прибавок, и стенки у вас начнут очень-очень плавно подниматься.
Если вы хотите, чтобы у вас на дне корзинки оставалась вот такая вот косичка, вот эта вот косичка была видна, да, между дном и стенками, тогда вы начинаете вязать стенки вот за эти перемычки. То есть крючок вводите вот под эти перемычки. И вот эти вот косички у вас останутся между стенками и дном. Я буду вязать третьим способом. Буду захватывать заднюю дужку петли, вот этих вот петелек, и перемычку. Таким образом, у меня между стенками и дном не будет просветов, и корзиночка будет подниматься вверх, но не перпендикулярно стенкам, немножечко тоже она будет внизу такая пузатенькая. Итак, ввожу крючок под заднюю дужку петли и под перемычку за основанием петельки. Захватываю рабочую нить и провязываю первую петлю. Дальше иду в следующую петельку, то есть получается в серединку косички, захватывая вот эту вот ее верхнюю дужку, и ввожу крючок в перемычку за этой косичкой. Захватываю рабочую нить, провязываю. И таким образом я провяжу первый ряд стенок. Немножечко вот так вот ее их сгибаю уже, петельки, чтобы у нас стеночки образовывались. И вот я довязываю до конца. Мне осталось провязать одну петельку. Я ее начинаю вязать. Пусть у нас хвостик лежит сверху. Вот так. Начинаю я ее вязать рабочей нитью, вот так, а заканчиваю этот столбик уже хвостиком. Рабочую нить подтяну, чтобы галочка у нас тоже была ровненькая, последняя. Здесь снова захожу крючком в первую петлю провязанную, вот так, захватываю хвостик, вывожу его на изнанку корзинки. Здесь в последнюю петельку под перемычку и в середину петли снова захватываю хвостик и вывожу его на изнанку. Все точно так же, как мы с вами делали на дне. И аккуратно подтягиваю. Вот мы с вами провязали первый ряд стенок. Сейчас начинаем вязать второй ряд. Здесь все точно так же. Единственное, я вам сейчас повторю эти все принципы вязания ровных галочек. Итак, для начала мы с вами всегда стараемся следить, чтобы у нас рабочая нить, еще раз повторю, если речь идет о трикотажной пряже, ложилась на пальчик изнаночной стороной. Тогда на галочках ниточка будет ложиться лицевой стороной. Дальше, когда вяжете галочки, сильно нить не тяните для того, чтобы они получались воздушные, чтобы между ними не было расстояния, чтобы они не были слишком затянуты. Но, конечно, вы всегда должны следить за равномерным натяжением рабочей нити для того, чтобы все петельки были одного размера. При вязании галочками в раскол, при вязании узором в раскол или галочками, крючок вводим в середину галочки, как бы ее раскалывая. И с изнанки он также выходит у нас в галочке, как бы, да, между двух ниточек и под перемычкой над ней, тоже в раскол. Теперь о захвате нити. Кладем рабочую нить вот так вот сверху на крючок. Не вот таким образом захватом. Если вы будете захватывать вот так рабочую нить, у вас будут галочки перекрученные. Мы захватываем ее вот таким образом. Захватили, вытащили. Здесь у нас мы с вами должны провязать просто первую петельку, поэтому ее провязываем. Вот так. Теперь вяжем следующую галочку.
вот эту вот петлю, которая у нас образовалась на крючке, мы не вытягиваем. Можно даже, если вот вы провязали, ее немножечко снова вот так вот подтянуть, чтобы она плотно охватывала крючок. Все, подтянули, можно пальчиком ее даже придерживать. Идем в следующую галочку, раскалываем ее. Следим, чтобы изнутри крючок тоже у нас правильно вышел. Правильно захватываем рабочую нить. Вытягиваем. Вытягиваем ее выше петельки, которая у нас на крючке. Чуть выше. Вот таким образом крючком ее как бы направляя вправо. Вытянули. Снова захватили рабочую нить. И провязали столбик. Эту ниточку мы оставляем в таком положении, чуть-чуть можем даже немножечко ее придержать, подтянуть, и идем в следующую галочку. Захватили, чуть вытянули, снова захватили, провязали. В таком случае у вас галочки получаются ровные и воздушные, и вся корзинка имеет более аккуратный вид. Давайте сейчас самостоятельно довяжите второй ряд. И мы с вами снова встретимся, здесь ряд соединим. Итак, дошли до последней петли, провязываем ее сначала рабочей нитью. Вот так. И завершаем вязание столбика хвостиком. И соединяем ряд. Петельки подтягиваем. Хвостик постепенно у нас истончается, поэтому вот эта вот ниточка уже такая достаточно тонкая. Итак, давайте провяжем самостоятельно на ту высоту корзинки, которая вам необходима. Я думаю, что здесь вам уже все понятно, как соединять ряд, как провязывать галочки для того, чтобы получалось все ровно и красиво. Давайте провяжем сейчас на нужную высоту и встретимся, будем уже заканчивать вязать круглую корзинку. Вот и все. Я провязала 6 рядов, и сейчас нам с вами осталось только лишь обвязать верхний край корзинки. Обвязывать будем соединительными столбиками с помощью рабочей нити. Хвостик у нас, как всегда, пока отдыхает. Итак, начинаем вязать, как всегда, с петельки, из которой у нас выходит хвостик. Вот у нас эта петелька. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее. Поправим, чтобы она у нас ровненько ложилась лицевой стороной. Вот, и вытянули ее на лицевую сторону. Теперь сразу же здесь этот ряд не затягиваем, но и не вяжем его слишком плотно. То есть, в принципе, также вот петелька у вас должна обхватывать свободно крючок. Сразу же идем под основание следующей петли, вот таким образом, снова захватываем рабочую нить, вытягиваем и тут же протягиваем через петельку на крючке, вот так. Снова идем в следующую, под следующее основание петли, вытягиваем на лицевую сторону и провязываем через петлю на крючке. И вот таким нехитрым способом мы с вами
должны обвязать весь верхний край корзинки. Я даже, знаете, как делаю, когда провязываю? Захватываю нитку, провязываю и вот эту вот петлю вот так вот вытягиваю, потом снова затягиваю. Тогда петельки получаются все одинаковые и ложатся лицевой стороной. То есть они все как бы одной величины получаются. Вот так. Такой вам небольшой мой собственный лайфхак. И вот мы с вами уже подходим здесь к концу. И нам осталось завершить вот этот вот ряд, сформировав здесь вот такую вот петельку. Для этого мы с вами можем уже отрезать пряжу и последнюю вот эту вот петельку вытягиваем. Теперь заводим крючок. Можно взять крючок потоньше. Заводим крючок под первую петельку. Вот так. Захватываем эту нитку, протягиваем сюда, и здесь она у нас должна попасть вот в это место, вот сюда. Мы прям с изнанки заходим под основание вот этой вот петельки, и крючок у нас выходит в середине косички. Захватываем нитку рабочую и вытягиваем на изнанку. Все. Последний ряд мы с вами тоже завершили. Здесь все аккуратненько поправим. Вот так вот у нас все аккуратно получается. Теперь нам осталось рабочую нить нашу оставшуюся и хвостик. Его мы уже отрежем покороче. Нам осталось их спрятать на изнанке. Проще всего это делать с помощью иглы. Просто прячем кончики на изнанке под разные петельки в разных направлениях, чтобы было крепче. Одну сторону, потом другую. То же самое делаем со вторым кончиком и уже в конце их просто отрежем. Все, моя корзиночка готова. Вот такая вот красота у нас получилась. Ровное дно, абсолютно не заметен переход к стенкам, ровные галочки. Здесь тоже я даже сама не могу найти, где было соединение. И, конечно же, с изнанки тоже не видно никакого шва. Сейчас давайте с вами измерим, какого размера получилась корзиночка. Напомню, что на дне я провязала 5 рядов. Диаметр дна примерно 12,5 сантиметров. Высоту я провязала 6 рядов. И здесь у меня получилось 8 сантиметров. Моточек у меня был 50-метровый. И вот такой небольшой клубочек еще остался. Последний, но достаточно важный шаг на пути к ровным галочкам – это ВТО. После того, как вы свяжете полностью свою корзинку, обязательно ее отпарьте. Не касаясь утюгом, либо отпаривателем, пройдитесь по дну, по всем стенкам снаружи и изнутри. И затем высушите ее полностью, вложив внутрь что-то подходящее по размеру. И на этом мой мастер-класс по корзинке из трикотажной пряжи ровными галочками окончен. Уверена, что у вас тоже все отлично получилось. Всем пока-пока!